Утренний обход больных, осмотр каждого пациента, вопросы о самочувствии и жалобах, пояснение дальнейшего хода лечения, рекомендации тем, кто уже готовится к выписке. Именно с этого начинается каждое утро терапевта Рашида Хубиева. Очень доброжелательный человек, очень профессиональный человек, человек, который не однобоко подходит к своей профессии, и тот человек, который нацелен на то, чтобы помочь людям. Конечно, было бы очень приятно и очень хорошо больным, прежде всего, если бы таких врачей было бы больше в республике. Стать врачом – мечта с детства. За плечами учеба в медучилище, затем институт. Работать начинал в фельдшерско-акушерском пункте села Дружба. Сегодня он заведующий Николаевской участковой больницы. К нашему кусту относится Знаменка, Николаевская, Привольная, Пристань. Ну, соседний Койдан, хоть он и относится к Джигутинскому району, но многие приходят сюда. И так как мы относимся к Прикубанскому району, поэтому все жители Прикубанского района, мы никому не отказываем. Поэтому бывает, что приезжают и с других населенных пунктов. С начала пандемии терапевт Хубиев на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Весной 2020 года оказывал помощь жителям села Дружба. Осенью он уже в Счастливинском медпункте, где также оказывает квалифицированную медицинскую помощь 5 окрестных сел. Так называемую первую волну меня направили в моем селе Дружба. Проработал там в период первой пандемии. Когда началась вторая пандемия, вопрос стал, была острая нехватка в так называемом Счастливинском кусту. Входило 6 населенных пунктов. Это Холодно-Родниковская, Таллык, Счастливая, Светлая, Ильичевка и Пригородная. И я был направлен туда, 2 месяца проработал там. Потом меня опять направляют в село Дружба. И вот до недавнего времени, пока не открыли стационары, я работал в селе Дружба. Стационары вернулись в привычный ритм работы. Коронавирусная инфекция отступает, а профессионализм и душевное отношение врача к больным не остались незамеченными. По итогам интернет-голосования на странице Республиканского информационного агентства Карачаево-Черкесия Рашид Хубиев оказался победителем в номинации «Наши медики». Очень было приятно, да, что и руководство доверила мне, это дорогого стоит. И то, что люди доверили, проголосовали за меня, это так было приятно, что, я не знаю, это такие чувства. Но при этом это большой, большой груз ответственности. И есть стимул работать дальше, не покладая рук, стараться, чтобы оправдать доверие людей. Айгуль Баранукова, Айвар Барануков, Архыз 24.